Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами я, Владимир, и мы играем в Uncharted 2 среди воров. Глава называется «Монастырь». Мы с Леной пробрались в монастырь, короче говоря, вернее, пробираемся. И все это дело произошло, так сказать, после того, как мы прокатились на больших всяких грузовиках. Лена мне помогла, и мы все-таки добрались. Все нормально? Ага. Так, теперь... До этого места. Тихо. Красота. Мужчины. Нет-нет, я о горах говорю. Честно. Давай. Кого не досчитались? Последняя машина не приходила. Смотреть в оба. Минус один. Что там такое? И автомат как раз нужен нам. Так. Давай еще посмотрим. Надо как-то, может быть, аккуратно кого-то так же сделать. Можно вот этого. Он жив. Ай, блин, он жив. Видишь, они все поняли. Теперь я жив. Для них я жив. Ладно, ладно. Ну, значит, все, началось. Заварушка началась, ребята. Хотел я по-тихому сделать, но сделаем как обычно все. По-громкому сделаем, ладно. Не, ну, они, наверное, не всем же рассказали, что я выжил, да? Только кто здесь был? А так-то мы все, мы можем идти спокойненько, значит, они еще не догадываются даже, что я еще и живой, к тому же. Лен, давай быстрей. Посмотрим, что там за монастырь такой. Опачки. Солдаты. Точно, они не догадываются. Нас пока не заметили. Так, осторожно, все, тихо, тихо, тихо. Сейчас мы. Опа! Еще все нормально. И ушел вниз такой раз, и все. Так, кто еще? Просто раз и вниз. Говорю же, я что-то видел. Ай, началось. Все. Зря, зря. Можно было по-тихому вообще все сделать. Со всеми разобраться. А то их слишком тут много. Ну ладно, ладно. Мы легких путей не ищем. А Лена это знает. Поэтому она уже готова была к такому развороту событий. Повороту, развороту. Кто там, ребята? Сколько вас? Ох, сколько вас много тут, пацанчики. Вы чё? Этот вообще дерзкий. Слышь, ты чё там бегаешь наверху? Ты думаешь, тебя не видно там, да? Ладно. Ой-ой-ой-ой, осторожно, этот прицельный удар, он знаешь, как больно бьет. Лазер. Ой, нет-нет-нет-нет-нет, подожди, и патроны закончились. Как так-то, а? А я-то зато попаду по тебе. Мне надо просто пройти кому-нибудь и забрать патроны. Готов. Где пулемет, Лена, покажи, нам бы добраться просто до него. Где пулемет? Покажи. Вот патроны, вот и все, вот, вот и порешали. Все хорошо, все нормально. Хоть их и много тут, но мы потихонечку так вот со всеми расправимся. Все будет нормально. Лен, ты не расстраивайся, все, все хорошо. Ты же со мной уже не первый раз. Раз этому с ноги, и все, и погнали дальше. Патрона, правда, три всего. Ну ничего, вот зато смотри, сколько стоит. Нас ждет. Кто там? А, этот пулеметчик, что ли? Да ладно, сейчас расправимся, подожди. Ты не горюй, все получится. Все только надо сделать аккуратно. Подойти чуть ближе. Взять гранату. Да? Поехали, Лен. Все, вот так сейчас проберусь туда до него. Вот, они с обеих сторон.
Телега спасет. Есть граната, Лен. Все получится, значит. Вот, и как раз у него туда, к нему граната прилетает. Смотри. Сейчас он вылетит оттуда. Вот и все. А ты боялась. Кто там? Кто еще здесь? Ай-яй-яй, подожди. Не-не-не, мы так не договаривались, пацаны. Граната, уходим, 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 уходим. Все, Лен, я тебя понял, что ты сидишь здесь правильно. Это один я выскочка, короче говоря. Все, лезу куда-то на рожон. Сейчас, сейчас отхилимся и все продолжим. И сядь хоть нормально немножко. Что ты там сидишь? Тебя сейчас прибьют так быстро. Я вон грамотно видел, четко сел как. Эй, ты че, чувак? А это еще... А, кто-то опять за пулемет пробрался, прикинь. Придется еще гранату тратить. Так, Лен, ну все, продвигаемся, потому что здесь больше делать нечего, надо быстрее сюда вот. Давай за телегу, сейчас я ему еще гранату еще туда закину. Давай. Вот так четенько попадет, смотри. Раз, два, и он опять вылетел. В смысле не попал? А все, больше гранат нету. Ладно, 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 я тебя понял. Я тебя понял, что нам надо, короче, нам надо куда-то сюда, походу. Ай, осторожно. Лен, ты сиди тогда пока. Или где ты? А, ничего себе, я стою тут, а он тут рядом со мной. Все, нет тебя больше. Еще один. А что мне за оружие, пистолет, зачем мне? Давай нормально будем с тобой разговаривать. На твоем языке. Так. Куда? Ой, держись, держись, не надо туда. Ладно, давай здесь пройдем. Мы просто затком, так сказать. Все, пройдем к нему. Этот пулемет мы сейчас тоже будем сами, наверное, использовать. Оп. Нет, 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 нет. Не оп. Не надо было так делать. Ладно. А вот у меня... я перезагрузился, значит. А, я неправильно кинул гранату просто. Сейчас. Сейчас все исправим. Смотри. Смотри, Лен, как все будет красиво. В смысле не попал? Давай еще раз тогда. А, вы че, ребята? Ой, я куда-то спустился. Смотри, я же здесь не был. Я же здесь не был. Получается, я и туда, в принципе, до него добежать смогу. Ну вот и все. А я-то думал, куда идти, что делать. Все получится сейчас четко. Давай, вылези только. Ой, осторожно. Ну, перезаряжайся быстрее давай. Так, пистоль возьму пока. Нет, ладно, с иглом пойдем. Ну и все, в принципе, что, вот надо просто добежать до него быстро. А, и он сейчас так меня расстреляет здесь. Все, вот теперь все. Или нет, он еще жив? Быстрее садись за пулемет. Не, нельзя так, что ли? Я тоже хотел пострелять. Погоди, надо просто развернуть пулемет. А, кто? Последний выстрел. А, вон оно что. Не, ну так не пойдет. Ладно, я сейчас сюда спрыгну. Ребятами здесь разберусь. Где они там? Готов. Следующий. Кричит заведующий. Давай. Че, кто кого, что ли? Мне солнце в глаз лупит. Ты че, выйди, закрой солнце. А-а-а, видал что? Твоя преграда не сработала. Ладно. Лен, ты хоть помогать-то будешь сегодня или что? А, я... Вон оно что, я просто зря так делаю, надо было... Берем патроны пока, да, собираем все и поползли. Вот здесь надо пропрыгать просто. Вот и все, вот и вся премудрость. Сейчас мы к нему зайдем с другой стороны, смотри. Хоть и пулеметчик он. Вон как оказывается тут надо было. Ребус-то по-другому решался, ребята, еще что-то звенит. Сокровища, прикинь, нашли. Бери сокровище, чё? А, треугольник, я не ту кнопку нажимаю. Так, давай.
Ну здорово, братан, чё ж я тебе могу сказать? Эй, ты чего? Вот самый... Так. Кто-то здесь в тот раз меня прибил. Вот эти ребята в тот раз меня прибили. Все поменялось. Все наоборот. А, он уже с этой стороны заходит. Ты посмотри на него. Грамотный чел. И чё, и опять его нету. Он, ты чё, кругами собрался бегать, что ли, а? Не понял. Ну, он может меня где-нибудь достать. А, вот он. Здорово, чё я тебе могу сказать. Мне бы за пулемет, ребят, сесть. Садись. Все. Поменялось местами. Так, давай, патроны не тратим, все-таки они здесь кончаются в этом пулемете. Так, вот, раз, четенько. Все, пробили, все нормально. Лену спасли. А, вон, кстати, патроны я не увидел. Вон, 296 патронов. Ну, нормально, он так четко стреляет. Здесь, скорее всего... А, здесь Лену надо взять с собой, вот эту штуку открыть. Да? А, ну, пойдем туда, значит, обратно. Лена что-то устала там сидит. А, я знаю, что надо сделать. Я понял, что надо сделать. Надо хотя бы сначала вот тут разобраться с пацанами. Вот с этим. Хорош. Ты чё? Вот так надо делать. Вперед. Лена, где? Шевелись, Лена. А, вон Лена. Все. Ой. Вот надо было ей давно уже бежать, я не знаю, что. Прикрой, говорит, меня. Сейчас я тебя прикрою. Давай, беги. У меня пулемет здесь есть. Лена, все нормально будет. Давай. Давай. Все хорошо. Смотри, как они сейчас все быстро отлетят. Раз, два, три. Вот этот что-то пытается к тебе подойти. Все нормально будет. Патроны, правда, быстро заканчиваются, но ничего страшного. И тот улетит, и этот улетит. Чё-то их, правда, много. Их прям вообще, прям как раз под стать этому пулемету. Очень много. Готов. Блин, мне столько патронов не хватит на них. Где там какой-то вот этот вот целится все? Все, улетел. Отбой тревоги. Какой отбой? Дай еще пострелять, Лен, ты чё? Такой пулеметик надыбали. Пошли быстрее тогда, ладно. Давай, я покручу, и ты там покрути. Тут два колеса. Без тебя не справиться никак. Давай. Сейчас все будет хорошо. Я держу, иди вперед. Хорошо. Вот. Слава богу. Чё дальше-то, куда идем? Лен, ну тут вон ползти высоко. Куда-то надо. Перебраться можно только по тому бревну. Там внизу веревка. Подожди, я спущусь и брошу ее тебе. Ой-ой-ой, подожди, вон бревно. А как мне куда спустить? Ну, нет, я-то спущусь. Я вот здесь думаю, что надо нам спускаться, потому что... Ну, не зря тут нарисовали эти кирпичики. Куда? А, ну вот сюда ползу. Давай, ниже еще. Вот я сейчас-то быстро спущусь. Это... Ой-ой-ой, сейчас у меня самый быстрый скоростной спуск. Прямиком вниз называется, да? Эй, ну тут все падает. Мне бы не разбиться, Лен. А где веревку-то я? Где мы веревку увидели? Я что-то не... А, вот сюда, наверное, да. Сейчас я тебе веревку кину, держи. Так, вот веревка. Чуть коротенькая, маленькая какая-то веревка. Смотри, лови! Как коротенькая веревочка сейчас превратится есть! В длиннючую. Ну ладно, а что, Лена-то, что, веревку забрала, и что теперь? А, все, она просто... Она так не могла спуститься, как я, потому что я только так умею. Все, пошли, я предлагаю по бревну пойти. Лена уже быстрее меня побежала.
Так, опять мне прыгать, что ли? Лен, я тебе веревку скину потом. Или что-нибудь еще. Опа! Подожди, что-то нажать надо. Придется прыгнуть, я поймаю. Хорошо. Оп, чуть не поймал. Видишь, легко, Лена, все нормально, давай пошли дальше. Статуя, смотри. Козу показывает. Так, ну нам, наверное, туда, наверх? Или что, я не понял, значит. Ну-ка, подойди, что-нибудь, может, что-то нажать надо здесь. А, вот, пошли, Лен, здесь все легко. Сюда. Давай, надавим. Хорошо. Просто и все. Помоги. Толкай. Давай, вместе. Есть. Вот. О, и все, забираемся наверх мы туда. Мы теперь можем туда залезть. Давай. Лена шустрая стала, смотри, как лазит треска. Молодец. Видишь, со мной как побродила по всяким приключениям. Осторожно. Все сразу стало шарить быстро. Ну ты там сильно-то не торопись, я все-таки опытнее тебя. О, уже веревку нашла. Молодец, давай, иду. Привязывай только крепче, чтоб я не упал. А, вот все, хорошо. Смотри, наверху. Это они? Да. Они ведут Шефера в башню. Проклятие. Идем, надо спешить. Пошли за ними. Так, значит, они туда ушли. Вот все, будут там тусовать. Ну, нам, в принципе-то, тут недолго идти. Вот раз сейчас. Лена и прыгать научилась. Ты посмотри, что. А что ж тот раз не слезла-то по кирпичам? Ждала, пока я веревку ей кину. Ты куда? А, вот давай догоняй. А то сейчас напридумываешь что-нибудь. Заперто. Здесь мы точно не пройдем. Ладно, попробуй найти обходной путь. Открою с той стороны. А ты жди здесь. Постарайся действовать незаметно. Лучше не привлекать к себе ненужное внимание. Незаметно. Ладно, понял. Незаметно, это мое. Ты что, забыла, что ли, как я незаметно всегда все делаю? Так, обход надо найти. Ну где? Вот этот кирпичик очень что-то он мне подсказывает. Так. Куда-то надо ползти. Вот, наверное, да. Наверное, сюда. Ай, куда ты? Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Держись. Прикинь, не то нажал. Не то нажал и не туда улетел, куда надо. Давай, спускайся. Все, просто ползи. Просто ползи. Все получится. Лезем наверх. Вот так. Вот и залезь. Вот, не дергаемся, потихонечку идем. Стоп, так не надо падать. Надо падать аккуратно и не сюда. Здесь надо прыгать. Да куда ты, блин? Залезь обратно, быстро. Вот сюда, да, вот так раз и все. Опачки, и все хорошо, давай. Лена, я нашел выход. А чё, просто подсадить нельзя было? Она бы меня подсадила, и всё нормально было бы. Чё там? Ай. Всё, я теперь с другой стороны тебе скоро открою, Лен. Ты не переживай, всё будет чётко. Нифига себе, как я высоко забрался. Ой, вот этого точно нам не хватало. Давненько. А чё, он меня даже не увидел, что ли? Ну ты, пацан, даёшь. Следопыт. Дозорный называется. Вот тут может тоже рушиться все это. А, так. Так, погоди. А чё? А по кому стреляют? Я вроде еще не засветился. Как по мне уже начинают стрелять там. Все-таки меня кто-то увидел, значит. Да?
Ладно, ребята, сейчас мне главное до сюда долезть. И все, это делается легко. Вот так, раз, два. Собираем все, что есть. Гранаты. Другое обмундирование. Все берем. Так, а нам в какую башню-то вообще? А, вот здесь они. Они вот в этой башне. Но нам надо Лену, наверное, как-то с собой тоже взять, да? Где? Ой, зачем я кинул гранату? Зря использовал. Посмотрим. Гранату зря использовал. Так, а что теперь? А, вот стоит чувак. Стоит. Стоп, стоп, стоп. Куда ты? Да куда ты? Не-не-не, так не надо падать. Но здесь надо как-то аккуратно спуститься, я так понимаю. Только как? Ладно, фиг с ним, я вот сюда могу. Сейчас спрячусь, подожди. Подожди, подожди, не трогай меня, стой. Вот. О, еще один пришел. Ладно. О, да сколько же вас, ребята, опять меня пропалили, а? Стоп, 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 вернись обратно. Еще кто? А ты откуда? Сверху, что ли, нет? А, вон, вот туда гранату надо. Вот. Вот туда по-любому надо. Есть. Да что ты, перезарядка как раз началась. Ну, вылези нормально. Вот, все, поговорили. Давай перезарядим, ладно, тогда. Ну, я пошел. Потому что мне вот того не видно. Вон, что-то как там, где он стреляет. Вот он сидит, прикинь. Все, теперь хорошо. Теперь уже нормально. Ну, их столько не было. Откуда они набежали? Мне кажется, надо в окно вылезти вот в это. Оп. Да, точно. Сейчас вниз. Патронов понасобираем. Нормально. Кто-то все-таки пытается до сих пор стрелять, я не пойму где. Ну, сейчас увидим, мне кажется, он еще ниже этажом там. Где? Вот он! Вот он, чувачок, да, здорово! Все, настрелялся. Еще один, что ли? Ну, давай, давай, че ты? У меня патронов на всех хватит. И даже больше. Стоп! Что такое произошло? Зачем? Как? Как так получилось, ребята? Вы что? Бабам! Не надо так стрелять! Ё-моё, еще бревном еще не хватало, чтобы придавило. Вон дверь открылась сразу. Лен, заходи, я тебе дверь открыл. А, снайперку дают. Снайперку дают не зря. Потому что будем сейчас, наверное, стрелять. Быстрее только надо стрелять. Ай! Я даже прицел не поставил снайперский. Ладно, она с одного раза, с одного удара зато лупит. Да прицелься ты, вот. Есть. Быстрее только надо. Все, патроны закончились. Давай. Вот этого аккуратно, Лен. Лен, вообще аккуратно надо. Я вот так прям сейчас ему кину. Бу-бумс, нормально. Теперь главное к щиту никого не подпускать, потому что они могут опять схватить. Да вы чё, ребят? По очереди такие идут. Как ты себя чувствуешь? Так, надо, наверное, того снять, который вот прицелом все стреляет. Ага. Смотри, патроны-то, блин, кончаются. Не так уж их много. А, граната, Лен, отходи, отходи, Лена. Лен, ну тебе же говорили, отходи, чё сидишь-то до сих пор? Пять патронов, ребят, вас... Четверо, а патронов 5. Так, придется с пистолета пока. Лен, ну я даже с пистолета долго же буду стрелять по нему. Помогай тоже. Опять граната. Лен, уходим. Прям капец, что будет сейчас. Осторожно, я понимаю, что осторожно надо. Бам, сказки нету. Ну, попади нормально. Вот этому тоже надо каску убрать. Все. Нормуль. Я уже научился стрелять, короче, чтобы в голову попадать нормально.
Аккуратненько наводим, все, не торопимся, все четко. Зато меньше патронов тратим, меньше усилий, меньше нервов. Все нормально. Лен, пошли. Здесь у нас, смотри, что поживиться можно. Бери, что хочешь. Ах ты, подожди. Все, еще кто-то, подожди. А, куда? Стой, вернись обратно, не надо падать. Я хотел за коробку спрятаться, он туда вниз. Стрелок-эксперт, так что вот, вот оно как может быть. Лена, ты со стрелком-экспертом, так что... Все нормально, пошли. Ой, тут много их, Лен. Подожди, еще и меня и бьют тут. Да капец, как так? Вот это, блин, вроде все так нормально было. Ладно. Хорошо, что отсюда начали прям сразу. Все, Лен, ты не Ай, опять не та кнопочка. Ну ладно, хотя бы я засейвился здесь. Вот монастырь, так монастырь здесь. Наверху кто? Готов. Да не бегайте вы так сильно, ребят. Ой, Лен, он подходит близко. Помогай. Получилось, все нормально. Но все равно много их, настолько много. Они тут выходили и выходили с этого монастыря. И до сих пор еще все вылазит. А, хорошо, пошли. Какой лестнице только? Давай что-нибудь возьмем хотя бы. А лучше вот кого-то снять, Лен, подожди. А я отсюда не попаду. Нет! Зато по мне попали. Зря я, да? Зря, надо там все-таки снайперку. Тут мы легкие мишени. Подсади меня к лестнице. Где лестница-то, Лен? Я не вижу. Какая лестница-то? Покажи лестницу. Сейчас я пробегу, подожди, посмотрюсь. А, вон лестница. Все, пошли. Давай, быстрее. Лена, давай. Быстрее, Лен. Ну, залезай, ну чё? Мы же не хотим легкими мишенями быть. Сейчас залезем, снайперку возьмем и все, и нормально со ними, со всеми порешаем вопрос. Ну, снайперку нам пока не дали. Не дали, ну ладно. Вообще легкие мишени мы. Вообще легкие. А, ты что тут сел-то, я не пойму. Пока пацаны там бились со мной, он, главное, засел тут. Бам! С минус один. И с тобой тоже разберемся тогда. Все, уходим, ухожу. А то слишком легкая мишень вообще. Да не так, сядь! Сядь, говорю! И что теперь? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как же тут опасно-то. Да куда ты? Куда ты поскакал? Нам надо перебраться через мост. Выходить сейчас нельзя. Снайпер сейчас не лучшее время. Не оставит. Эй, это что там, снайперская винтовка? Как я, по-твоему, должен? А, вот тебе и снайперка. Лен, ну все, я же как и говорил. Я сценарий писал для этой игры. Только подожди, показали ее, а я не понял, где она стоит-то. Вот здесь где-то? Не, стоп. Наверху, что ли? Сейчас, Лен, подожди, давай я вот сюда слажу наверх. Я проверю, по-моему, наверху показали снайперка. Да, точно. О, их тут много, Лен. Ой. Вы чё, ребятки? Как же мне с вами тут совладать-то, а? Со всеми-то, а? Раз. Получилось. Подожди. Надо прицелиться просто хорошенечко. Два. Хорошо. Кто еще? Ай, вы чё мне все ящики распотрошили? Ай, быстрее прячься. Быстрее, садись. Вот так. Да не туда садись. Где? Попал. Посмотрим.
Попал. Еще один остался. Вот это плохо, вот это вообще. Так вроде хорошо все шло. А почему с одного удара-то сразу меня? Ну ладно. Ладно, понял вас, ребята. Надо быстрее действовать. Раз. Так, давай. Раз. Где ты там, а? Два. Три. Да блин, а? Давай еще раз, только быстрее. Раз. Спрятался. Кто пускает? Кто? Вот этот же. А, ну или они все так пускают? Так. Тихонечко. Есть. Все, он себе там подорвал что-то. Башня целая рухнула, прикинь. Просто башня рухнула. О, черт. Они переходят. Они через мост идут. Ё-моё. Сейчас, Лен, сейчас. Сейчас я с этими сначала разберусь. Подожди. Всё, вижу. Вон он. Есть. Сейчас. Давай, надо, наверное, брать другое что-то оружие. Давай, М16 где? Всё, сейчас нормально все будет, Лен. Гранату туда. Докину, нет? Ну, попробуем. Сядь, по-моему, там кто-то со снайперкой опять. Сядь опять. Мне удается каждый раз так влипнуть. Блин. Вон он, снайпер. Есть. Лен, не дадим им перейти, по-любому все нормально будет. Еще граната есть, вот туда швырну сейчас. Не достреливает он гранатой туда, конечно. Блин, да что их много так? Ну все, тут, по-моему, 3 человека всего осталось-то. Патроны, хорошо. Патроны как раз вовремя. Вот, один остался. А, двое сидят. Один вон там. И второй за второй коробкой. Ну вылези. Победа за нами. Конечно. Надо перебраться через мост. Лен, подожди, теперь мне надо как-то аккуратно спуститься к тебе. Вот, все соберем, все, и потом пойдем. Ай, стой, ты что делаешь-то, блин, так играли, и на тебе. Все, пошли. Вот они. Ах ты, ублюдок. Время у нас на исходе. Надо... Давай! Вот. Ой, Лена уже быстрее убежала, пока я тут рассуждал. Оглянись. Ай, ой-ой-ой-ой, Лен, подожди. Беги! Все, мост падает, Лен. Ё-моё. Все, я полетел. Ой, доски летят прямо на меня. Я постараюсь выжить, конечно. Чё только со мной не приключалось. А сейчас-то как? Я не знаю уже, куда. Ну, давай. Вот сюда, что ли, а? Живи, пожалуйста. А вот это вот прикол, да? Все ломается. Быстрее прыгай. Нету у нас легких путей, по-любому. Хоть бы одна глава прошла легко. Хотя, не, было несколько глав таких на лайте. Давай, держи за руку. Давай, держи меня, Лена. Тащи меня. Повезло, называется, капец. Когда я пойду с тобой на мост? Договорились. И все из-за того, что Лена побежала, что ли, да? Так, давай откроем двери. Ладно. Ну, помоги мне. Осторожно.
Я за тобой. Давай, давай, не отставай. Мы уже почти у цели. Вон Лазаревич. Стоять на страже! Смотреть в оба! Где Шефер? Я не знаю. Они держат их там. Что будем делать, Лена? Стоят на страже, смотрят в оба. Нам надо как-то аккуратно здесь, по-тихому проходить. Впалили уже, все. Как им не холодно без шапок ходить, а? Лена тоже закаленная. Стоп! Он к нам лезет! Все, все готовы, по-моему, да? Давай оружие, Лен, собирай сразу со всех. Кто, кто еще? А, вон ты где. Все, патроны закончились. Сейчас, 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 патроны надо где-то еще надыбать, патрончиков. Потому что что-то мало совсем, ну вот их, их-то много. Ах, ты близко уже как подошел. Стой, 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 стой. Не стреляй, пацанчик, не стреляй. У меня еще пистолет. А, вот еще патроны, да. Прибыли патроны. Блин, да где он там, а? Все, понял тебя, наверху стоишь, да. Сейчас решим. Надо сначала с этими пацанами разобраться. Вот они. Готов. Лен, ты тоже там прячься аккуратно, смотри. Вот он. Ай-яй-яй-яй-яй. Один патрон остался. Ох ты! Близко, близко подошли. Все, рукопашка началась. Да так нечестно, пацаны. Еще рукопашная, еще и ты меня стреляешь, тут стоишь. На! Патроны, патроны как раз. А это пацаны мне... Да что ты, а? Ну, блин. Пацаны мне патроны вроде принесли как раз только. Лен, что-то пошло не так. Давай будем как-то придумывать. Я туда вниз тогда не буду спускаться. Мы с тобой будем сидеть здесь. До победного, так сказать. Да? Нам с тобой будет вдвоем здесь проще отстреливаться. Все, аккуратненько. По минимуму тратим патронов, потому что у нас их мало очень. А собирать, бегать, это напряжно, понимаешь, да? Если... Начинаешь бегать там, они попадают по тебе очень хорошенечко. Во, он с этой стороны решил. Пойдет, ладно, кто еще? А, Лен, вижу, вон они там наверху. Ну вылези нормально, че, по-пацански вылези. Ладно, хоть Лена помогает еще хорошо. Одному бы мне вообще тут не вытащить, наверное. Но здесь балконов нету. Мне позиция лучше вот за этот ящик, наверное, сесть. Осторожно! О, ничего себе! Погоди, это ты что ли так стреляешь? Стоп! Стоп, 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 стоп. Мы сняли его, да? Но мне-то надо отдышаться все равно. Во, иди сюда, надо подпускать ближе. Пусть патронов нам даст тут маленечко. Да? Отдай патронов. Хорошо, хорошо, молодец. Все. Продолжаем дальше. Это уже какая, вторая или третья волна? Они что-то прут и прут, все. А лучше, наверное, вон тех надо снимать, которые наверху, потому что... Потому что они... Это я гранату кинул, нет? Нет, это нам закидывают уже. На! Патронов принес, хорошо, молодец.
Как раз мне не хватало патрончиков для М16. Ай, все, закончились. Ну ладно, хоть на чуть-чуть хватило. Будем с пистолетом теперь дальше воевать. О, а этот откуда взялся? Никого ж не было. Лен, и ты молчишь, стоишь, хоть бы крикнула там, спасите, помогите, там что-нибудь. Все, по-моему, затихло. Быстрее надо патронов насобирать, если что, обратно вернуться потом. Все, Лен, обратно, обратно. Сажусь. Сажусь, все, потому что вот в тот раз как раз эти и вылезли. А, вон еще наверху, смотри, вон. Вот с этой стороны. И еще где-то один. Прям над нами. Лен! Попал четко, прикинь. С последнего патрона уходим. Берегись, Лена, берегись. Так, сейчас я хотя бы вот этого крайнего. Получилось. Еще кто-то есть. Вон он. Не могу попасть. Попал, прикинь. Порядок. Есть. Еще кто-то есть. Сейчас, Лена, сейчас все получится. Я ему в ногу. Его только ногу видно. Так, сюда. Все. Вот теперь точно все получилось. Да, так, сюда, говорит. Пошли, мне надо нормальных патронов набрать. Это для М16. Ну, дробаш, ладно, с собой пойдет. А вот, вот М-ка, да, все. Куда ты меня зовешь? Я понял. Мы патронов не взяли, погоди. Погоди, Лен, нельзя так. Надо сначала вооружиться и пойти потом. А что-то особо и нету. Ну ладно, пошли, давай, открываем дверь тогда. Крутим. Крутим, вертим. Идем. Лена, идем, быстрее, быстрее, быстрее. Нам надо быстрее все сделать. Удерживать. Так, погнали. Прямо как с пожарной лестницей. А, порядок. Когда залезешь, сбрось вниз. О, нет. Эй, как ты сбросил-то? Так же буквально. Ого. Лена. Назад, назад. Сбрось вниз. Она ее просто отбросила. Ладно. О, коробка мне пригодится. Знаешь для чего? Чтобы вот здесь цепануться. Я легких путей. Ворона сейчас улетит, смотри. Я легких путей вообще ни капельки не ищу. Ау. Ты там держишься? О, класс. Порядок. Вот так. Как он так умудряется, Дрейк, долго висеть вообще, а? Любой человек бы устал бы уже давно, а руки бы расцепились бы. Мы совсем рядом. Пальцы бы расцепились. Эй, 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 тихо, тихо. Порядок. Не высовывайся. А, они, ну они нас спалили, так что... А, мы сейчас его скинем, смотри, смотри, он сейчас подойдет. Черт, не так надо было сделать. Ближе, чтобы подошел, надо было. Лен, нам придется залезть, наверное. Смотри, чем, ну, может быть, так поможет. Ну, немножко помогло, но слабовато. Да кто там? О, черт. Ну, давай. А заходить-то тоже опасно туда, да? Не, давай по-тихому все-таки это сделаем.
Ну, совсем, конечно, по-тихому не получится. Надо все-таки туда залезать. Вот так хотя бы одного. Но они сейчас все равно всполошились, поэтому будут... Будут, наверное, уже стрелять. Но мы зато можем по-тихому залезть. Обыскать тут все. Вот с пистоля вообще нормально стреляет, поэтому с щитом. Он прилег, прилег щитом, накрылся. Эй, ты! Ладно, фиг с тобой, золотая рыбка. Все кончено, эй. Посмотрим. Нормально получилось, все. Ну, поехали. Лен, их сейчас опять много будет, по-любому. О, здорово, чувак. Еще где-то стрельба слышится. Оп. А, ну тут неинтересно, мы кругом обошли. Так, ладно. Лена, все получилось, смотри. Только, что такое-то? Ты добивай его, ё-моё. Да не меня добивай. Пойдет, ладно, и патронов давай, набрали давай. Побольше. Ну что, что делать-то дальше, куда идти? Лен, мы уже прям много прошли, такой путь здоровый сделали. Монастырь просто огромный. В центральные ворота заходим просто и все. Наверху. Шефера держат там. О, черт. Слезай. Ой-ой-ой-ой, слезай. Все, старый друг. Ребята, увидимся в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Продолжение впереди. Удачи.